из государственного бюджета? Вот вопрос, который периодически возникает. Мне кажется, вы знаете, что это, наверное, может быть не основное. То есть общество должно быть готово. Это тот шаг, который нужно либо сделать, либо все-таки остаться там, где мы есть. И вот мы, опять же, только в одном регионе, очень много женщин в зале, но почему-то вообще не возникает ни дискуссий, ни вопросов относительно партии женщин. То есть вот почему? Потому что все-таки женщины не хотят быть в политике, либо все-таки мы стремимся к сохранению мира, покоя и быть шеей. Вот здесь тоже интересно, потому что Союз женщин у нас активно работает, тоже как общественное объединение, так же, как и Белая Русь, собственно, делая свое дело очень активно и в поддержку президента, и в поддержку женщин. И, на мой взгляд, может быть, мы и потеряем, если мы будем сейчас вот стремиться к созданию партии, за чей счет это будет. Это уже такие вот второстепенные моменты. Вопрос эффекта, то есть чего мы хотим добиться? Много партий, много членов, которые входят в эти партии, или все-таки качество жизни общества? Поэтому я бы не стала делать акцент на финансировании, а все-таки на вот этой вот политической грамотности и готовности. В части финансирования мы сейчас очень хорошо видим, и в принципе с октября прошлого года видим, как отдельные деструктивные телеграм-каналы, информационные площадки продвигали идею партийности, в том числе у нас. Суть этих идей заключалась в том, что наличие вообще рынка партий рождает рынок политтехнологов, те, которые работают на этом рынке и ориентированы в том числе на получение финансирования из государственного бюджета на поддержку тех или иных партий. Это такой принцип зарабатывания денег, он хорошо сформировался в Российской Федерации, там есть целые агломераты политтехнологов, которые работают условно по тем или иным регионам, по тем или иным партиям и поверьте, хорошо себя чувствуют. Поэтому у них в Российской Федерации немного другой подход к финансированию партии. Там, как известно, если ценз проходит 3%, то после этого начинается финансирование. В зависимости от, конечно, тех или иных периодов наличия свободных средств в госбюджете. Но надо понимать, что если мы начинаем формировать партийные системы у нас, то в этом случае всегда на наш рынок будут заходить политтехнологи, которые работают уже в этой сфере более 20-25 лет. Естественно, они более профессиональны, и, как уже сегодня вот и Александр Павлович говорил, есть опасность того, что может быть перехвачена инициатива, в частности, по вопросам и партстроительства, партуправления, ну и распоряжения финансами, как выделяемых из госбюджета в случае решения таковых, либо распределения партийной финансов, и это большая проблема для нас в том числе, потому что мы видим очень четко, что политические технологии меняются, есть устремление к тому, чтобы сделать определенную многопартийность и уже через партии управлять теми или иными политическими процессами. Безусловно, такая система, она хороша, но требует очень взвешенных механизмов, связанных как с системами распределения финансов, так и с системами определения лидеров. Ну и, наверное, мы не раз уже вот на наших площадках региональных задавали вопрос. Я думаю, те, кто ближе все-таки к коммунистической партии, должны знать на ее ответ, как основной ответ, как строится партия. Есть статья «Партстроительство» Ленина. Кто скажет? Университет марксизма и ленинизма. Основой партстроительства что является? Первое, самое главное, перед тем, вот мы сегодня рассуждали много, какая партия должна быть, как это должна быть организована. Это небольшая статья, 3 листа всего лишь. Кто скажет? Основой партстроительства что первое должно быть? Должна быть
Но на тот момент писалось, что это должно быть издание. Но почему издание? Потому что вокруг издания, газеты, формируется экспертное сообщество, то, которое в последующем начинает формировать общую, единую идею. И только через идею можно управлять массами. Когда мы не имеем идею, массы не будут управляемы. И это доказывает особенно сейчас современные технологии. И надо понимать, что когда мы говорим о каких-то организационных, правовых формах партии «быть или не быть», мы не говорим об идеях. А наши оппоненты работают совершенно уже на другом этапе управления массами. Они управляют идеями и управляют беспартийно. И вы это видели в 2020 году. Точно такая же методика, технологии применяются и в Украине, на постсоветском пространстве. Формирование новых идей позволяет агрегировать людей, общность, аудиторию в те или иные группы, и управлять ими, и партии не надо. Но это совершенно, наверное, другой тема для разговора. Спасибо. Алексей Дерман. Ну, если мы говорим о развитии партийной системы, нужно четко понимать цели полагания. Зачем мы это делаем? Ну, развивать партии ради самих партий, не в этом, конечно же, смысл. Смысл в том, что, во-первых, должен быть выход определенной энергии политической, накопленной в нашем обществе. И мы видим, что если этого выхода не давать, то это превращается в деструктивную активность. Это мы видели в прошлом году. И второе, развитие партийной системы и в целом политической системы необходимо, чтобы мы в будущем имели определенную государственную политическую стабильность. Сегодняшняя политическая система, она очень авторская. Она создана президентом Александром Лукашенко и отражает, в общем-то, и его стиль управления, и те особенности исторические, которые вот мы все переживали, и он в том числе. Но наша задача, мне кажется, продолжить этот курс уже независимо от персоналий. Потому что та система устойчивая, которая рассчитана на десятилетия, может быть, даже на столетия. И вот партийная система должна быть определенным фундаментом, камнями этого фундамента, чтобы никакой ветер политтехнологий или влияний внешних не смог снести вот эту крышу нашего дома. Но развивать нужно. То есть мы же поэтому и обсуждаем, быть Белой Руси или не быть, какие партии нужны, чтобы все-таки движение началось. На мой взгляд, например, в Беларуси созрел актив, там 20-25%, 30% по разным опросам, которые внутри организации проходили. Но этот актив есть. Значит, все-таки движение должно начаться. Должна остаться, конечно, общественная организация, но участие членов Беларуси в создании партии, на мой взгляд, назрело. Вопрос, конечно, в воле лидеров Белой Руси, активистов, чтобы этот процесс все-таки после принятия закона о партиях нового, он завершился созданием этой структуры, потому что бесконечно обсуждать это, ну, интерес уже просто пропадет у самих активистов. Нужно довести дело до конца. Спасибо. Ну, с моей точки зрения, я тоже все-таки позволю поделиться. На самом деле, у нас сейчас в мире ситуация, когда мы подошли к реформированию собственной политической системы в условиях кризиса традиционных политических систем в мире. Падает доверие к традиционным партиям, они разрушаются, размываются, образуются коалиции. И, в общем, только единицы, это там Германия, некоторые другие страны, в которых партии сохраняются в классическом виде. И поэтому возникает этот вопрос. Для нас, реально, для Беларуси Лукашенко, не свойственна ставка на партии. И в ближайшее время в таком объеме вряд ли будет свойственно, поскольку нет общественного запроса. Но это не значит, что партии не нужны, они должны вызревать. Но вызревать сами по себе, если мы не создадим условия через новый закон, этого не получится. И как раз формирование ВНС, Всебелорусского народного собрания, с участием общественных объединений и партий, в том числе, которые зарегистрированы, но не вошли в состав парламента, это тоже способ формирования вот этой новой политической системы. У нас вертикаль власти, это и есть партия власти. И август прошлого года доказал, что вы партия власти. Партия власти — это директора школ, которые участвовали в формировании, которые выдержали удар вот этот мощный 1 сентября прошлого года и дальше его держали этот удар. Партия власти — это общественное объединение, о
которых президент говорил в 2003-2005 году, это БРСМ, это профсоюзы, это союз, это союз женщин и так далее. Вот это партия власти. Если мы будем искусственно формировать партию власти с невнятной идеологией, в стиле «мы еще подумаем, поговорим», это путь в никуда, это путь к поражению. Кроме того, если мы сделаем ставку на одну партию власти, на базе Беларуси или с участием Беларуси, возникает, а что делать с коммунистами? Они что, как бы не входят вот в этот патриотический фронт? Что делать с либеральными демократами, которые тоже хотят участвовать в формировании политической системы? Поэтому, с моей точки зрения, здесь как раз особая роль Всебелорусского народного собрания, его президиума, который работает между сессиями, и это не уникальный такой опыт. Он основывается и на наших традициях, всебелорусских съездах, которые были, вечевых, мы об этом много говорили, и традициях наших партнеров. У тех же китайцев, мало кто знает, это не всекитайское народное собрание, у них это парламент, а у них есть национальный консультативный политический совет, куда входят представители различных партий и организаций, и они как раз-таки задают устойчивость. Президент видит роль Всебелорусского народного собрания как коллективного Лукашенко, который обеспечит устойчивость и стабильность системы в переходный период. Он не любит слово «транзит власти». Но давайте скажем, в транзитивный период, когда рано или поздно нам придется передать полномочия, ответственность и права следующему поколению. Но не до конца уверены, что это поколение сохранит основы того государственного строя, который мы заложили. И поэтому Всебелорусское народное собрание является организации как бы с отложенными полномочиями. На чрезвычайный период, обратите внимание, все последние выступления президента. И сейчас ключевой вопрос. Это и формирование Всебелорусского народного собрания, и полномочия Всебелорусского народного собрания. Конечно, здесь очень много нового, и те обсуждения, которые мы ведем в регионах, они показывают, что постепенно мы идем на ощупь. То есть мы двигаемся к пониманию, постепенно приближаясь к референдуму, того, какой будет эта наша новая система, и в том числе роль вот этого коллективного, консультативного, ну и вместе с тем представительного органа в нашей стране. То есть нам, по сути дела, надо будет создавать новую систему народовластия. Я вас уверяю, без каких-либо оглядок на западные модели, потому что там очень много миражей политических, обманчивых таких, маяков, которые на самом деле работают не так, как их нам преподносят. Спасибо. Давайте будем считать, что мы партийную, может быть, тематику закрыли.